Устранить в месячный срок все нарушения, выявленные Счетной палатой России, потребовал Арсен Коноков на совещании с членами правительства, сообщает сегодня пресс-служба главы. Руководитель региона поручил министрам тщательно изучить каждый пункт представления Счетной палаты, составить дорожную карту по устранению нарушений и впредь не допускать подобных фактов. Напомню, во вторник в ходе внеочередного заседания правительства глава КБР отметил, что сложная ситуация, связанная с исполнением республиканского бюджета, не позволила региону вовремя софинансировать ряд федеральных целевых программ. Как заявил Арсен Коноков, не нужно заниматься популизмом, беря на себя обязательства, которые не в состоянии выполнить. Если нет средств на софинансирование программы, значит, следует отказаться от участия в ней, отметил глава.